Хочу приготовить курицу табака. Цыпленка, курицу. Так. Разморозилась она, мне интересно. В духовке под грилем сделаю. Специи буду любые, какие у меня есть, такие буду использовать. Например, вот перчик черный, копченая паприка, перчик красный молотый, сладкая паприка, короче, имбирь, кориандр молотый. Есть вот приправа для окорочков. Ну и все. А, и соль адыгейская. Адыгейская соль. И с обратной стороны. Все, убираю прям на часа, ну, час-полтора, чтобы прям хорошо она зажарилась, приготовилась. Курочка готова. Она не сгорела. Не надо. Она зажаристая. Вкусненькая. Типа цыпленок-то пока.